Традиционный региональный круглый стол по вопросам энергетической безопасности прошел сегодня в стенах Брестского государственного технического университета. В научном семинаре приняли участие порядка 40 ученых и студентов брестских вузов, а также представители республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго». Проблемное поле семинара охватывало определенный спектр вопросов, среди которых особое место занимала тема энергетической безопасности в шкале приоритетов государственной политики Республики Беларусь. Мы лечим, что только тая улада варта доверу народа, якая опирается на жыццяздольные, науково обґрунтаваныя, экономичные, технологичные, энергетичные решения. И тому каждый круглый стол, який отбывается что год у нашем университете, дает ту интеллектуальную продукцию, якая будет обовязково стребована белорусским громадством. Тема необходимости развития новых технологий в области энергобезопасности красной нитью проходила через большинство докладов выступающих. Это связано с тем, что Беларусь является страной, почти лишенной внутренних запасов энергоносителей. И поэтому усовершенствование той базы энергобезопасности, которая у нас есть, и развитие новых подходов к решению этих вопросов – первостепенная задача ученых-энергетиков нашей страны. Одним из важных шагов на пути к энергообеспечению брестские ученые считают строительство Брестской солнечной и Островецкой ядерной электростанции. Очень правильный шаг наше правительство сделало в том отношении, что развивается ядерная энергетика у нас. Ядерная. Без ядерной энергетики, честно говоря, мы просто не обойдемся. Ядерная энергетика производит столько энергии, которая заменяет все наши, почти все наши потребности во внешних энергоисточниках. Газ и все другие. Поэтому я хочу убедить слушателей моих, и не только слушателей, но и студентов, что для белорусской энергетики на первом месте стоит развитие ядерной энергетики. Чтобы энергетическая составляющая Беларуси не находилась в зажаточном состоянии, необходимо динамично развивать новые стратегии и подходы в области энергобезопасности. Именно такая активная позиция сыграет решающую роль в формировании энергетического будущего нашей страны.